Многие люди обращаются к магии для того, чтобы узнать свое будущее, узнать, что же их ждет дальше, узнать, что же их ждет по любви, по отношениям, по богатству, да, по деньгам вообще и по здоровью. К сожалению, многие обращаются для того, чтобы узнать, что их ждет, но мало кто задумывается о том, что они могут это изменить. Для того, чтобы вы могли изменить свою жизнь, мы очень много вам объясняем, показываем и рассказываем. Конечно, можно изменить свою жизнь полностью. Для этого мы и работаем над собой, для этого мы и развиваемся. И магия – самый большой помощник в том, чтобы взять свою жизнь в свои руки и начать действовать. Вы должны понимать, что под вашим контролем все аспекты вашей жизни, под вашим контролем каждая секунда вашего времени и каждый месяц вашего года. И если вы знаете, какие события ожидают вас в каждом месяце предстоящего года, то вы уже можете их изменить. Вы уже знаете, что вас ожидает, что вас подстерегает, какие опасности, или же наоборот, какие хорошие события могут прийти в вашу жизнь, и будете к ним готовиться. Для того, чтобы вы могли все это узнать, для того, чтобы вы могли приготовиться к дальнейшему будущему году, мы проводим для вас годовой расклад. Мы просматриваем каждый месяц вашего будущего года с января по декабрь и рассказываем вам о том, какие события предстоят. Но, конечно же, если выходит негатив, то мы его перекрываем. Такой расклад можно проводить, начиная с ноября, и в январе тоже есть у нас, конечно, такие люди, которые в январе обращаются. В январе это еще не поздно. И вот сейчас я также сделала годовой расклад. И у этого человека, это у нас мужчина, очень хороший год. Тьфу-тьфу-тьфу. Очень хороший год вышел. Просто отличный. Даже не знаю, что здесь можно перекрывать. Тут очень много ярких, хороших, замечательных событий. И в каждом месяце эти события связаны именно с его ростом, развитием во всех сферах его жизни. И завершается год тоже очень хорошо. Посмотрите, король дерева. Но если вдруг выходят негативные события, то мы их перекрываем и меняем на положительные. То есть, например, если в вашем будущем году выходит одиночество и разрыв отношений, то мы перекрываем эти карты и с помощью ритуала мы меняем эти события, наоборот, на скрепление отношений и счастья в семье и в любви. И, конечно, мы даем рекомендации, на что вам обратить внимание и как себя вести. И потом, в течение всего года, вы будете наблюдать за тем, как проигрываются те события, о которых мы вам говорили. Вы будете наблюдать за тем, как они меняются и как проигрываются с учетом перекрытия, что могло бы произойти и что происходит на самом деле. Годовой расклад с перекрытием, который проводим мы, это самый верный способ для того, чтобы начать свой год, для того, чтобы простроить его благостным, прекрасным образом для себя. Если же вы не знаете, что вас ожидает в будущем году, если же вы не беретесь за то, чтобы его поменять, то более сильные люди могут втянуть вас в свои события. Каждый строит свою жизнь сам. И если вы не строите свою, то, как я всегда и везде говорила, и буду говорить, вы можете стать стройматериалом для тех, кто строит свою жизнь своими руками и не полагается на волю судьбы. Ваша жизнь – это либо судьба, то есть суд Бога, какого Бога вы уже сами догадываетесь, либо это судьба, то есть суть, которую вы строите сами, суть, которую вы сами прокладываете и от которой получаете свои плоды.
Ну что ж, этот расклад меня очень порадовал, и пусть все годовые расклады будут такими прекрасными, хорошими, мощными и дающими надежды. Помните, что ваша жизнь только в ваших руках –